Здравствуйте, друзья. Расскажу вам вообще, как выглядит объект за 10 дней до его сдачи. Вот осталась неделька. Двери ждем. Соответственно, плинтуса мы еще не сделали. Щит электрический. У нас тут трансформаторы пока вот потихоньку устанавливаем. Здесь у нас санузел. Ждем перегородок душевые. Здесь у нас лючок. Если только с этой стороны посмотреть, под гребенку. Унитаз. Все стоит. Здесь у нас крышечки остались еще поставить. Подкрасить периметр. Затирки мы уже закончили, осталось протереть все. Дальше. А, здесь у нас будет тоже покраска, здесь полукруглая стена. Изначально хотели мозаику, но потом передумали, оставили краску. На полу у нас ламинат. Осталось нам поставить Т-образные профиля и, соответственно, плинтуса еще осталось поставить. Здесь у нас спальная комната вся уже покрашена, готова, розеточки стоят, включатели стоят. Кондиционер должен сейчас настроить свой пульт и установить внутренний блок. Здесь у нас будет шкаф гардероба, это хозяйский санузел, хозяйская зона. Здесь у нас лючок, коллекторный узел, ванна, джакузи, плитка вся готова. Ну вот, как-то так. Да, здесь у нас еще мы просверлили отверстие, здесь будет электрический полотенцесушитель. Его чуть мы не забыли. Соответственно, через люк мы проводим туда провод. Идем дальше. Лепнина готова. Осталось последний слой краски. Именно в зоне коридора, потому что мы знаем, что после мебельщика придется все это прямо перекрашивать, докрашивать и все остальное. Сантехники у нас должны прийти и установить окончательные точки. Нептун у нас в коробках находятся датчики беспроводные. Их должны быть установить. В целом все. И внутренний блок кондиционера у нас еще остался. Вот. Дальше идем. Зона зала. Все готово. Осталось вот мебель мы еще укрыли, чтобы не портилось. И кухня у нас уже давно уже приехала, стоит. Мы ее укрыли. Вот, ну сейчас сняли, будем протирать, чистить. Сюда профиль Т-образный. И вроде объект будет сдан. Ну, соответственно, через недельку будет генеральная уборка. И хозяева могут зайти. И ждем от них информации по, например, высоте вот этих таких вот люстр. Здесь тоже у нас люстра проехала. Но ждем опять же информацию по высоте. Все, сдаем.